Так, сегодня Acer C24-1650. Будем менять матрицу. Здесь полосы у всей партии моноблоков, такие проблемы. И самый прикол, то что когда ее разбираешь, нету маркировки на этих матрицах. Походу Acer закупил какие-то, не знаю, что за матрицы, там вообще нет маркировок. У меня уже пришли две, потому что сегодня два таких моноблока, второй. И самое интересное, что на YouTube тоже особо нет нигде информации, как его разбирать. Сейчас немножко вкратце покажу, как это делается. Так, мы первым делом здесь у меня ножка. Открываем, просто отщелкиваем пластмасску и выкручиваем эти винты. Далее вот здесь можно начинать с угла лопаткой пластиковой, чтобы ничего не царапать. И очень жестко отщелкивается пластик, очень тяжело. Отщелкивать можно лопатку помощнее взять. И чуть-чуть давить вот сюда, вот так вот, поджимать и проходиться, просто она будет сама отщелкиваться, но очень-очень туго. Так, когда вот эту вот крышку сняли, здесь у нас материнская плата, и нужно разбирать все. То есть у вас основная проблема, почему все стараются, раньше моноблоки всех вовнутрь можно было залазить через экран. Вот, то есть, а здесь наоборот, здесь все на экране, то есть надо вот это все снимать полностью, всю рамку, и останется лежать один экран. Вот, и все, в принципе, дальше уже ничего особенного нет, просто разбирается все, запоминаются вот эти вот все шлифы, как проходили, потому что потом при сборке, если их неправильно положить, они будут мешать. Так, крышку снял, здесь у нас охлаждение снял, все шлифы отключил, SSD-шку снял. Сейчас буду откручивать материнскую плату, потом вот эту планку, потом все кабеля снимать с металлической вот этой планки, и планка будет просто вот так выниматься сверху. Так, теперь планку снял, здесь нужно... Я всем советую, кто первый раз разбирает, потому что те, кто много раз разбирал, они уже с закрытыми глазами разбирают, а вот кто первый раз разбирает, нужно желательно сфоткать все вот это вот, где какие винты стоят, потому что путаться начинают потом люди, и не туда, не то вкручивают, у них потом что-то не закрывается, не защелкивается до конца. Или еще что-то. И расположение вот этих кабелей тоже желательно. Ну, как вот они продеты здесь. Вот, чтобы они потом друг другу не мешали. Ничего сложного абсолютно здесь нет. Просто, ну, для себя, чтобы было на всякий случай, если вдруг забудете, как что лежало. Так, ну, рамку железную я снял. Кулер можно не снимать. Я раньше все время зачем-то кулер снимал. Там еще какие-то вещи. Вот эти провода вообще полностью отсоединял. В принципе, ничего тут не нужно особо соединять. Единственное, что мешает снять его, это Wi-Fi-ные провода. И этот шлейф матрицы и подсветки. То есть все. В принципе, остальное вот остается. Такая вот история. Сейчас мы ее тоже сделаем. Тоже снимем тут. Тут, в принципе, тоже ничего особенного. Вот несколько винтов. По низу ничего нет. Так, рамку снял. Вот, остается просто голая матрица на столе лежать. Я ее даже не поднимал. Самый косяк здесь в том, что здесь нету маркировки. То есть вот по этой маркировке... Ну, не знаю, сейчас, возможно, уже сколько? Где-то года два, наверное, прошло. Вот первый моноблок, как только мы их купили, и сразу там его разбили. И здесь были... Ну, его сразу ко мне привезли, и нету маркировки, ни один продавец ни в одном магазине не знает, что это значит. Там где-то бьется, но это все фигня. Вот, по сути, это обычная 24-дюймовая матрица, 238-я она там называется. Обычная Full HD, обычная с IPS матрица. То есть они сейчас даже уже дешеветь стали, в принципе, не такие дорогие. Вот. Поначалу мы когда меняли, когда только появились эти моноблоки, это было прям жестко. Сейчас уже, ну, тоже ничего приятного, но тем не менее. И вот они все вот с такой маркировкой. Они, сейчас покажу, какая правильная. Ну, то есть есть у меня уже новая матрица. И вот с такой маркировкой они все вот с этими полосками, просто сами произвольно эти полоски начинают появляться, и все.
Так, вот, значит, правильная маркировка. Это то, что нужно. Вот эти матрицы подходят. Я уже много раз их покупал. Ну, их много разных разновидностей. Они плюс-минус все одинаковые. Но если вот эту вот забить, вот, то, ну, выскочит то, что нужно. Ну, либо аналоги ей. То есть они тоже подходят. Вот, здесь все те же самые крепления. Все то же самое. Все для шлифов. Все одно и то же. Так, собираем все, в принципе, в обратном порядке. Здесь ничего такого особенного, каких-то нюансов нету. Вот, все как обычно. Все то же самое. Лучше, когда собираешь сразу. То есть разобрал, матрицу сразу же новую подкинул и сразу же собираешь. Потому что когда первые разы, вот у меня уже опыт, когда что-то новое приходит, лучше по памяти сразу собирать, потому что потом винты, там кто, куда, чего. Здесь я сразу сортирую винты, вот, допустим, от крышки. То есть вот от этой железной, вот эти, потом, ну, от крепления там планки, другие. То есть так удобнее. И сразу быстренько разобрал, собрал по памяти, все быстро, хорошо подходит. Вот эти вот все штучки, я помню, как я с ними мучился. Вот. Ну, точнее, не мучился, но просто куда, там, какой провод проходил, вот эти все зачем-то снимал. Вот. А сейчас все довольно-таки так быстренько делается. Ну, это уже, наверное, 10-й моноблок такой у меня. Ну, потому что там школа компьютерная у меня обслуживается, и у них вот проблема с ними такая, с этими полосками. Так, делаю пробное включение. Ну, поднакинул все. Посмотреть, ушли ли полосы, ну и нет ли никаких проблем, то есть все нормально, все хорошо. Это пузыри, это пленка, вот, все, можно дальше собирать до конца. Так, ну все, моноблок готов, все собрано, все работает. Здесь у нас все. Торжественная часть. Вот, для тех, кто не уверен в собственных силах, может обращаться ко мне. Я нахожусь в Московской области, город Балашиха. Кто близко, вообще без проблем. В подписи оставлю ссылки на свои соцсети. Чем воняет, пипец. Оставлю ссылки на свои соцсети. И все. Можете подписываться, обращаться, спрашивать. Всегда, я всегда на связи. Спасибо за просмотр. Если было кому-то полезно, ставьте лайк, пожалуйста, по-братски.